Кировские апатитские общественные организации получают новогодние подарки. В роли Дедушки Мороза традиционно выступает компания «Фусагра» и кировский филиал акционерного общества «Апатит». Волонтеры передают сладкие наборы в социальные учреждения. Это фонд помощи детям «Наше будущее», клуб «Приемные родители», социальные приюты и общество инвалидов. В апатитском отделении для людей с ограниченными возможностями здоровья волонтеров уже ждали. О встрече и положительных эмоциях у участников следующий сюжет. Здравствуйте, с наступающим Новым годом. Здравствуйте. В этих коробках подарки для детей и взрослых. Сюрпризы есть для любого возраста. Я сегодня в качестве волонтера, вот мы развезли подарки, такие несколько коробок. Я уверен, что в новогоднюю ночь и в период новогодних праздников это, конечно, скрасит и вечера, и просто поднимет настроение людям. В апатитском обществе инвалидов царит новогодняя атмосфера. Елку нарядили сами воспитанники. Они же украсили помещение и сделали открытки. Подарки для людей с ограниченными возможностями здоровья стали еще одной радостью и дополнили праздничное настроение. Большое спасибо кировскому филиалу АО «Апатит» за подарки молодежной организации. Все члены общества в этом году благодаря «Фусагра» получат сладкие подарки. Все презенты руководители апатитского общества инвалидов передадут своим подопечным.